Для дизайнера, да, и для любого, кто сталкивался с ремонтом, давно не секрет. Колеровочный веер – суперэффективный инструмент, вдохновляющий на уверенный выбор цвета. Всем привет, хорошего настроения и хорошего дня! Говоря о бренде Dulux, стоит отметить, что краска колируется по общепризнанным системам колеровки CP5, NCS, RAW. Подробности разберем на примере веера CP5. Он был создан в Международном центре эстетики Акза Нобель при участии лучших английских дизайнеров и не только. В палитре более 2000 оттенков. Как работать с веером Dulux? Цвет в номере колеровки задается тремя параметрами. Оттенок, коэффициент отражения света и насыщенность. Оттенок указывает на цветовое семейство. Их в палитре 8. Коэффициент отражения света различает цвета по светлоте в диапазоне от 0 до 99. Чем выше коэффициент, тем светлее оттенок. В веере цвета расположены сверху вниз, от светлого к более темному. Друзья, теперь после наших расшифровок вы точно знаете, что колеровочная палитра от бренда Dulux – это ваш помощник. А после того, как вы выбрали цвет, не забудьте сделать выкрас. Это сэкономит и ваше время, и бюджет. Именно тогда ваш ремонт будет легким.